Добрый день всем, кто меня сейчас смотрит. Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу предложить очередной вариант. Я вот сейчас собираю своей дочери в школу ланч. Из того, то есть, что у меня было. Так, специально я не готовилась к этому. Вот поэтому, как обычно у нас у женщин всегда, собираем то, что у нас есть. Значит, два кусочка хлебушка нам нужно. Значит, для этого мы используем ореховую пасту. На одну половиночку мы в центр накладываем ложечку ореховой пасты. Это арахисовая паста. Она очень вкусная, и дети ее все любят, и она очень и очень полезная. Поэтому у меня дочь очень часто ее берет на завтрак, вернее, на ланч себе в школу. Так, сейчас мы нарезаем бананчик кружочками. Нам нужно 4 кружочка, вот достаточно. Ореховая паста очень вкусно сочетается с бананом. Вкуснее, чем даже с желе или джемом. Так, сейчас мы накрываем вторым кусочком хлебушка. Вот так. Теперь я хочу поделиться. У меня есть вот такая интересная формочка, насадочка, которой можно вырезать сэндвич. Вот я сейчас с помощью вот этой насадки сделаю такой, как якобы сэндвич-пирожок с ореховой пастой и с бананом. Очень удобная формочка. Сейчас ее можно везде в интернете купить, они продаются. Я купила на Амазоне. Вот, но их везде очень много, этих формочек. Так, прорезаем хорошенечко. Лишние хлебушки убираем. Этот хлебушек можно на сухарики использовать. Так. Вот такой сэндвич у нас получается. Если его разрезать пополам, как он смотрится внутри. Вот так. Так, сейчас я сэндвич заверну в фольгу. Я разрезаю всегда пополам, потому что так удобнее кушать. Так, следующее мы используем яблочко. Нам нужно яблочко разрезать так, чтобы ребенку было удобно кушать его в школе. Чтобы яблочко больше, дольше сохраняло свежий цвет и не темнело, я немножечко его соком лимона сбрызну. И сейчас я его разрежу до конца. Закладываем в судочек яблочко. Сейчас в оставшуюся ячейку я ложу немного, 2 финика крупных ложу. И немножко орехов, миндальный грецкий орех. Еще вот я забыла огурчик. У меня дочь очень любит свежие огурцы в любое время года. Поэтому я еще добавляю немножко свежего огурчика. Вот, вот такой ланч у нас получился. Очень полезный, вкусный, витаминизированный. Ребенок с удовольствием все это съедает. То есть я сюда положила то, что ей нравится, то, что она ест, и чувствует себя великолепно. Ну все, на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго, до новых встреч с вами.